Сегодня Общероссийский день библиотек. Это профессиональный праздник всех тех, кто не представляет свою жизнь без книг. Национальная библиотека Чувашии объявила республиканские акции «История моей библиотеки» и «Поздравь любимую библиотеку». Организаторы предлагают написать краткую историю о библиотеке, сделать видео или фотообзор, опубликовать отдельным постом в соцсетях с хэштегами «История моей библиотеки», «Чувашия 100» и «Челлендж Чувашия». Самые интересные найдут место в рубрике «100 библиотечных историй» на специальном сайте «Чувашская республика. Летопись столетия».